позвоню тоже, если... Приморский край продолжит сотрудничество с Республикой Узбекистан. Председатель правительства региона Вера Щербина провела рабочую встречу с генеральным консулом Республики Узбекистан во Владивостоке Рустамом Исмаиловым в связи с окончанием его дипломатической миссии. Стороны поблагодарили друг друга за плодотворное сотрудничество и договорились и дальше развивать экономические отношения между территориями. Председатель регионального правительства подчеркнула, что генконсул работает в крае более 4 лет. И именно в этот период отношения Приморья с Узбекистаном получили свое развитие, несмотря на события в мире, которые негативно повлияли на международные связи. Несмотря на то, что Республика Узбекистан далеко, у нас экономические показатели улучшаются благодаря вот этой нашей совместной работе. Наши жители Приморского края очень оценили авиарейс и любят Республику Узбекистан в туристических целях. Я думаю, что здесь еще много у нас точек приложения, которые нужно развивать. Есть возможности и развития туристического обмена, и торговли, и каких-то других вопросов логистических. И сейчас, в нынешнее время, конечно, очень много возникает разных вопросов, которые мы сообща можем решать вместе. И нам, конечно, очень грустно, что вы покидаете наш регион. То есть, мне кажется, вы тут прижились у нас хорошо, мы уже вас, можно сказать, своим жителям здесь считаем очень грустно. Но, тем не менее, мы готовы работать со всеми, кто будет с нами работать. Вы знаете, что мы открыты для диалога. Развитию и расширению связи, несомненно, способствовало открытие Генерального консульства Республики Узбекистан во Владивостоке 1 марта 2019 года. При этом Узбекистан стал первой страной СНГ, открывшей полноценное консульское учреждение на Дальнем Востоке России. Рустам Исмаилов поблагодарил российских коллег за многолетнее плодотворное сотрудничество. Что касается наших отношений, действительно, они идут по нарастающей. Вот сейчас с коллегами общались, обменивались мнениями. На прошлой неделе буквально президенты созванивались тоже. Идет активизация нашего сотрудничества. Сам факт открытия генерального консульства во Владивостоке, еще дополнительно 5 генеральных консульств, говорит о том, что наши отношения только идут, развиваются по нарастающей. И рейс, про который вы сейчас отметили, сейчас уже 2 раза в неделю летает сейчас с Дальним Востоком, еще планируется еще в пару регионов, в том числе на Сахалин, в котором вы работали, туда тоже планируем. Это говорит о увеличении турпотока и вообще в целом развитии отношений. Напомним, по итогам прошлого года Узбекистан занял 4-е место среди стран СНГ по величине торгового оборота с Приморьем. Также торговый оборот между нашим краем и Республикой Узбекистан за 2 квартала текущего года вырос более чем в 2 раза относительно идентичного показателя прошлого года. Объем импорта узбекской продукции в Приморье увеличился в 3 раза.